Всем привет, дорогие друзья, с вами Эндри Беттер, и сегодня мы проходим Resident Evil 8 демо-геймплей. Итак, мы начинаем с деревни, ребят. Давайте начнем обычную, хардкор мы не будем проходить, ну потому что это, наверное, очень сложно и долго. Эта демо-версия ограничена 60 минутами игры. В эту демо-версию можно играть только в сети. Сохранение и загрузка игры недоступно в демо-версии. Окей, ребята, поехали. Я очень жду эту игру, вот, релиза. Когда она выйдет, мы с вами ее будем проходить. Скорее всего, на стримах. Мы вас славим. Ля. Вы кто? Здесь небезопасно спрятаться. А микрофон-то здесь вообще шикарно. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Гля какой. Ну, ты. О, отец деревенская бабуля. Девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза. Я так понимаю, то, что наш персонаж, герой главный, ищет... Ты где? Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? Смысл? О монстрах? Таков, я думаю. А вот там колокол, замок. Колокол, вестник это беды. Это тоже вторая часть, наверное. Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Ля, она нас они просто закрывает, рядом. И все. Смотри, что она делает. Роза здесь? О, мне ствол сразу дали. Классно. Так, ну у нас всего 60 минут. Этот какой. И я думаю, тут обыскивать мы ничего не будем. Потому что время ограниченное. Так, сенсу бы, конечно, на это самое сделал. А, понял. Так, ну смотри, ну все как в деревне, ребят. Кроватки старенькие, дома вот такие хрупенькие все, видишь? Ковры на стенах. Все, собственно. А, тут какая-то секта, блядь. Деревня секты, ёпта. Реагент мы взяли, окей. Ага, лекарство, понял. Все так. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать? Сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. Окей. Нас хотят порвать в клочья, но мы не пальцем деланные, ребята. Мы, собственно, будем отбиваться. У нас есть волына. У нас есть 20 патронов. Это уже что-то. Это уже можно отбиться. Это что за тёлочка? С щитом и мечом. Смотри, это рыцарша какая-то. Да? Получается у нас. Так, вот это вот у нас... Тут, наверное... Здесь нужен другой предмет. Понял. Так, что нам... Какие у нас задачи с вами? Здесь закрыто. А можно посмотреть задачи, не? Нет, нельзя. У нас задач нету. Бежать. Я знаю, что shift бежать. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Где посмотреть бы на эту матерь, ё-моё. Кто такая? Почему ее все боятся? Здесь у нас кладбище какое-то, да? Могилки вот стоят. Замок. Видимо, это вход в замок. А, ну, короче, понятно, да. Типа, мне надо что-то найти, чем открыть. И, собственно, всякие головоломки опять начинаются. Короче, мне надо искать предметы, ребят. Ну, погнали в дома. Посмотрим, изучим. Дома, так сказать. Во, наверное, нам сюда. Потому что не зря же я... Так, отлично, мы герб сперли. Кто здесь? Дядька. А, это на улицу выход. Ёпта. Так, ну давай, обыскиваем полностью дом. Я чувствую себя каким-то вором, ребята. Если в деревне случится беда, тыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Так, ну нам нужна тогда церковь и дом Луизы, собственно, да, я так понимаю? Так, мы нашли, кстати, какую-то хрень. Что-то куда-то вышли, непонятно мы. Нашли какую-то хрень.
И надо ее куда-то вставить, я так думаю. Я так понимаю, да? Наверное, вот туда, на эту девку, рыцаршу, нет? Давай посмотрим. Нет, ничего тут вставлять нельзя ей. Заперто с другой стороны. Ну давай, собственно, вернемся обратно тогда. С тобой мы, да? И будем уже продолжать наш путь великий. А, ну это я уже читал. Получено достижение 5 минут. 5 минут. 5 минут. Как это... А, подожди. Вот сюда же можно вставить, наверное, да? Так, наверное, да? Блять. Подтвердить. Отлично. Отлично. Девку мы вставили. Погнали искать дальше. Блин, ну графони, конечно, вообще просто имбище. Ты посмотри только. Ну, ты посмотри. Ну, ну красотища. Все-таки Capcom, блин, умеют делать игры, ребята. Блять. Че это за петухантеры, блять? Алло, иди сюда, нах. Атаковать. Окей, как мне их атаковать? Я их даже не вижу. Полным-полно муки, ребята. А, это... А как бить удар? Рукой. А, сломать, взять. Мы взяли порох с вами, да? Блять. Блять, не по кустам-то эти петухантеры там лазят. Иди сюда. А ну вылезай. Блять, ты кто там? Чё? Блять, ты чё? Ай, блять, беги! Беги, 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 братишка! Блять! Да, со стрельбой, конечно, здесь идеально все. Смотри. Да ты умрешь или нет, а? Блять, патронов нет. Блять, как драться-то? Сюда, нахуй. Давай, на ножах. На ножах. Ёб твою мать. Перепрыгивай, блять, дурак. Ёб твою мать. Ну, графони, конечно, и вообще имбище. Просто имбище, ребят. Я не знаю, как, короче, пройти сейчас. Но мы сейчас будем пробовать. Ты видел, да, они не умирают? Я по ним стреляю? Закрой дверь! Ой, ну... привет. Эй, ты что здесь делаешь? Бля, иди в ахази. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. А ну типа ты изгой, ты не отсюда, да? Тебе рассказывать ничего нельзя, блядь. Я когда тебя... Пиздят, блядь, вот такие вот. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Урдалаки, блин. Нет. То сразу на помощь зовут. Поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Деловой пацан, блин. У нас патронов даже нету. А скрафтить можно их скрафтить, патроншишки? Ага, не хватает нам. Ну да, конечно, понятно, да. О, патроны дали, да? Ура. Мы с патронами.
Так, порох, отлично. Отлично, у нас уже есть 12 патронов. Там один из гербов прикручен, можно... Ага. Опять заперто с другой стороны. Реагент, это у нас лекалка, да? Лекалка получается. А что там было написано? Можно попробовать открутить. Ага, нам типа надо... Получено достижение 10 минут. Ребят, мы уже в игре 10 минут. И толком ни хрена не сделали. Я просто немножко не понимаю, чем ее откручивать. Вот, рили. Нам какую-то отвертку нам надо, да, найти? Я так понимаю. А это был... Бля, как красиво это сделаны руки, бля. Идеально просто все. Идем, скорее. А, во, нормально, все, отлично. А ножом же можно открутить, че он тупит-то? Побыстрее ты не мог. О, да ерунда. Быстрее не мог, слышь, дедуля, ты попутал совсем. Дедуля вообще попутал, бля. А почему ты? Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Откуда я знаю? Точно это? Безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Какой-то. Матерь Миранда знакомый. Всегда защищала нас. Не отвечают. Какой-то отец? Актер, больно. Нам нужно попасть внутрь. Деловая колбаса, блин, как мы тебе внутрь-то попадем? Эй, кто-нибудь дома? Блядь, дед стучал, нужен знакомый а если голос. Ты постучал? Луиза, открой мне, это Елена! Ого, волына такая. Тихо, не ори, они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил чё, полудохлого есть, мужика. Луиза? Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, Итан, пройдись да, вокруг дома и все проверь. Итан тоже был же в той части, да? Все, иди. Прошлый у нас Итан этот. Там искал девку свою, бля, здесь ищет. Ну? Что-то ее прям хотят раз все. Раз ты друг Елены. Да, ну графоний, конечно, классный. Графоний. Не, ну все-таки молодцы, Капком. Жди здесь. Умеют делать игры. Я схожу игры. К остальным. Красавцы, уважение, респект. Так, смотрим, давай, пока нас... Так, Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Так, это у нас, я так понимаю, фотожурнал. Фотографии деревни. Сюда. Куда сюда? Э, ты где? Бабуля? О. Лутать нельзя тут ничего? Спиздить. Вот сюда. Все уже ждут. Какие ковры у них на дверях. Нифига тут это целая армия. Это что за хуй? Чужаки. Нас всех перебил. Антон. Слышал, да? Он друг Леонарда и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Че говорит за хуй? Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Дедуля кто сейчас выжил? Сдохнет, короче. Они ему даже кто помощь выжил? Не оказывают. Это точно бухло. Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Ля-ля, пустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих... Всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем.
Бля, все разъяснил, короче. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? 15 минут, ребята. Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел. Графон, конечно, классный. Он надеюсь, сюжет будет такой же классный, как графоний, как и в той части. За него. Седьмой. И за всех нас. Кстати, можно пройти в седьмую часть, ребята. Да. Если что, пишите в комментарии. Будем проходить мы седьмой резидент или нет? Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Чисто деревенская такая деваха. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. Жизнь. Молитва, что ли, какая-то здесь? Смерти. Мы вас славим. Матерь Миранда. О, видишь, матерь. Я говорю, сектанты, мать ее. Чай. Наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Корга. Старая. Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум. В ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Что ты, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Все. Нет! Завалил, он что? Бабуля завалил. Бля, какой злой. Да нет! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Бля, дедуля, короче. Ты защищаешься как-нибудь, Итан? На, мать твою! Отпусти! Отвали! А, батька, короче, завалила. Батька, смотри. О, боже. Мне очень жаль, отец. Подбери дробаш. Слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Да, он же живой, блядь. Он не горит так. Да? Смотри, в огне не горит. Елена, нет. Не тонет. Его нельзя спасти. Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет. Нет. Страшно. Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет. Нам нужно выбраться. Мы сможем. Так, ребята, что нам тут надо сделать? Выбираться. Сбегите из дома. Из дома. Ну, вы поняли, да. Так, это садится. Тиски. Так, нам надо обыскать. Так. Зеленку лутать нельзя. А раньше можно было лутать зеленку. Так, винишко. Бля, смотри, сколько у них вина, бля. Так, на дробаш мы взяли патрики. Кстати говоря. А сам его не подобрали, да, дробаш? Так, ключи от тачки. Отлично. Осматривайте предмет, чтобы найти новые подсказки. Так, и чё, куда мне нажать-то, чтобы это самое? Вот там что-то есть, да?
Отвертка, ребята, вот, все, идеально, отлично. Только как мне выйти, блядь, отсюда? Алло. Алло. А, вот, все. Классно. Короче, додумались мы с тобой. Так, возьми отвертку с брелка. Понял. Поздно, блядь, сказали. 500 бачей. Неплохо. Сейчас залутаемся. Все, залутались, отлично. Блять, тут уже все горит, нахуй, полыхает. Че ты дышишь, стоишь? 20 минут, ребят, играем. Быстро разгорается. Поехали, бля. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Так он будет ехать, да, наверное, сам? А, нет, я. Ну, типа управление одной кнопкой. Такое себе. Итан! Итан, ты в порядке? Я цел. А зачем было помоги ломать подняться. Его? Огонь! Надо выбираться! Я не понимаю, это же был вход. Теперь только наверх. Держись, залезай. Ля, диваху закадрил, блядь, смотри. Идем. Красавчик. Спокойно, постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты должна. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Давай, выдержит. Прям в натуре, прям такой. Знакомый, вон, реально. Это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Эй, эй, не говори так. Леди, найдем какая. Безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, там в нем нет орёт. Ничего. Крестит лишь кровь кто-то. И смерть. Дедуля, что ли, я не наш. Хочу сидеть одна, пока ты... Отец! Батяня. Елена, нет! Отец мертв! Это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Куда ты пошла-то? Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Да, ну, конечно, как всегда, в играх, блядь. У нас такая хрень происходит. Тупые персонажи, блядь. Почему все вокруг умирают? Да ты чё, серьезно? Я ни хрена не понимаю. Ты голос знакомый, реально. Надо будет потом смотреть, кто озвучивал нашего Итана в русской версии. Так. Я не понимаю. Смотри, царапина осталась. Ладно, валим отсюда, ребята. Здесь нам делать нечего уже. Ну ты понимаешь, да, то, что это страшно. Блин, какие горы классные. Где такая деревня находится классная? Это бред какой-то. Конечно, бред, ребят. Какого хера это снова началось? Черт! Да, пацану, конечно, обидно. Короче, он ищет не жену, я так понял, а дочку. Ищет. Получается. Так, ну погнали, давай, изучаем. Отвертка. Отлично. Отлично. Забираем эту хрень. Герб с демоном. Кого-то там стреляют. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй!
А вон и маманя пришла. Кто это? Что это было? Бля, тут же работяги эти. Надо бежать отсюда, нахуй. А, вот бабка эта. Карга он ее, да, называл? Смерть, да. Смерть настигла их всех. Может, ее, блядь, ебнуть? Типа, умерла героической смертью там. Скончалась внука. Давай, ставим демона. Ребята. Все, демона мы поставили. У нас открывается, я так понимаю, замок. Вторая часть демоверсии, да? Не, ну классная игра, просто классная. Я теперь жду ее в два раза больше. Лишь кровь вот. И смерть, да? Класс. Классно. Реально классно, ребят. Так, деревню мы прошли. Деревню мы с тобой прошли. Все, отлично. Теперь пойдем в замок. Переходим на локацию замок. Capcom. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life. And in death, glory to Mother Miranda. Видели, да, там Амбрелла была? О, это же Эйтона нашего тащат, да, блядь? Я у него кочерга, его видал, да, какая кочерга у него? Топор такой у него классный. Re-engine. Движок. Хороший движок, кстати. Ханта надо на него перевести, на этот движок. О, песня. О, oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. У него какая. А что это такое? Tell me. What's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Mother Miranda. You escaped my little brother's idiot games. А, вот, наверное, она. Ля, какая тетя. Ля, какая тетя. Элегантная. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left. Так, ну я тут понимаю, это просто видео. We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. Для дедуля. And now let the games begin. Ушли, что ли? There is no safe. Take it back. Sorry, Bastard, there's been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go. Chris, what the hell? Why? А это Крис, да, Редфилд? Вроде бы. Видал, что слегка? Это пуфик. Итан. А там Крис вроде был. Welcome. A welcome, Resident Evil. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Да, это Крис. Shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Я вот даже как-то не узнал сначала Криса. Благодарим за игру. Предзаказ. Сделаем. Вот, ребята, мы посмотрели демо-версию игры Resident Evil Деревня. У нас был отрывок по части Деревня.
Всем спасибо, ребят, кто смотрел. Если понравилось видео, то прожимай лайк свой царский. Подписывайся на канал и жди. На канале будет много всего нового. Все, ребят, всем спасибо. А следующее видео будет посвящено демо-версии «Замок». Так что переходим и смотрим.